Всем привет! С вами снова Вилка или просто Вета. И сегодня у меня на канале Cooking. Я расскажу вам, как готовить овсяный блин без добавления муки. Это классный завтрак или вкусный перекус. Я думаю, что вам это понравится, так что... Тут появляется Cooking и... ингредиент. Йогурт, яйца, виноград, овсянка, ням, 2 банана. И я вам сейчас все расскажу. И так как я сегодня готовлю только себе, я делаю порцию на 1 банан, 2 яйца, несколько ложек овсянки, немножко молока, немного йогурта, блендер нам понадобится и, естественно, сковородка с забыла, как называется. Антипригарное покрытие. Давайте начнем. 2 яйца нам понадобится, как я уже сказала, 2 банана. И после этого нам понадобится, естественно, овсянка. Кладем 1, 2, 3, 4, 5 ложек овсянки. А, нет, еще давайте 2. И после этого мы кладем банан. Ускоряем. Также добавляем йогурт. И после этого мы добавляем 2 яйца. 1 яичко. И 2 яичко. Также после этого добавляем по вкусу корицу, немного несквика, и уже можно взбивать. И тут уже ускорение. После этого нагреваем вашу сковородку, и желательно, чтобы она была с антипригарным покрытием. Выливаем туда ваш овсяный блин, без масла, без всего. И, естественно, на этом моменте у меня тут немножко произошел трабл, потому что блин не переворачивался. Но нет, я вроде перевернула, все в порядке. Выливаем ваш 2-й блинчик, и да, может быть, он выглядит непрезентабельно, но он такой вкусный. Добавляйте ваш любимый мед, фрукты, все, что вы хотите. И вот ваш блин уже готов, без добавления муки, без добавления масла сливочного и вообще любого масла. Я надеюсь, вам понравилось это. Попробуйте, это очень вкусно.